Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Average. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. Как вы могли заметить, обновился сайт. Добавилась, грубо говоря, новогодняя тема. То есть на черной теме это тоже работает, как видите. Смотрите, в чем здесь прикол. Кто еще не догадался, кто еще не видел, смотрите. Если нажать на пустое место на сайте, то разлетается снег в разные стороны. И также на белой теме работает анимация шариков и их мелодия. Смотрите. Я думаю, прикольно перед Новым годом вот это вот посмотреть, послушать, так вот покликать. Ну, короче, вы поняли. Ладно. Значит, переходим к сути. Значит, смотрите. Если ни у кого нет чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Значит, смотрите. Недавно появилась новая версия Star. Она совершенно новая, сделанная с нуля и по-другому. Также это сейчас бета-версия. То есть там возможны баги, ошибки там и так далее. То есть если вы будете использовать вот эту вот новую версию, то знаете сразу то, что там может быть будет какая-то ошибка. Вот. Но пока я это вам показывать не буду, новый чит, я буду сегодня в ролике по вам показывать старый Star. То есть, напомню то, что Star старый используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Далее, после того, как вы скачаете, в поиске пишем Average, нажимаем поиск. Давайте я на темную тему переключусь. И здесь много различных скриптов. В принципе, какой вам больше нравится, тот можете использовать. Вот. Но сегодня в ролике я буду показывать первый по счету. Значит, нажимаем кнопку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше заходим в игру. Открываем чит. Потом заходим в настройки чита. И ставим DLL от Kernel, потому что с Kernel лучше всего этот скрипт будет работать. Также напомню то, что он используется с ключ-системой, сам DLL. Значит, далее возвращаемся обратно, нажимаем Inject и ждем, когда заинжектимся. Смотрите, если Inject не происходит, значит еще раз нажимаем и ждем. Вот, со второго раза, как видите, получилось. Ключ я уже сегодня получал, у меня ключ не просит. Значит, смотрите, сейчас я вам быстренько прикреплю короткое видео, как получить ключ. Вы его посмотрите, я думаю, у вас получится его получить. Там сложного ничего нет. Так, ну я думаю, у вас получилось получить ключ. Как я говорил, там сложного абсолютно ничего нету. Далее, после того, как вы заинжектились, вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Вот появился сам скрипт. Теперь нажимаем кнопочку Play. Меня где-то заспавнило. Значит, я листаю вниз, быстренько выкручиваю скорость на максимум и прыжок на максимум. И смотрим, что будет происходить. Как видите, со скоростью света я начинаю бежать. То есть меня никто вообще абсолютно не догонит. Но если только у другого человека тоже будут читы, тогда он сможет догнать. Как видите, все отлично и прекрасно работает. Ох, ё-моё, меня чуть кто-то не догнал. Тихо, осторожно.
Они прям за мной бегут, как я вижу. Офигеть. Значит, смотрите, какие здесь еще прикольные функции есть. Так, почему-то мне дальше не дает пройти. Надо по-быстренькому ее включить. Вот. Fly and no clip. Нажимаем на эту кнопочку. И потом нажимаем на клавиатуре кнопку C. Ну, то есть, C, русскую, грубо говоря. И, как видите, начинает работать полет. Все прекрасно, все четко. Также можем вылететь за карту, потому что также работает ноуклип. И тупо вы можете вот так, допустим, в воздухе зависнуть, и вас, естественно, никто не сможет поймать. Абсолютно никто. Так, давайте пока в воздухе повисим и посмотрим, какие функции еще здесь есть. Потому что я тестировал только вот эти три функции. Автофарм XP. Не знаю, что это такое. Автофарма нет. Ну, давайте проверим ради интереса. Не знаю, что, конечно, произойдет. Так, допустим, в здание залететь могу. Да, все отлично. Давайте автофарм монет включим. Так, меня заспаунило к какому-то убийце. Ну, вот кто там убийца, тихо. Почему-то туда-то пэхает. Как я понимаю, там что-то собрать нужно? А, либо поднять людей. Типа за то, что мы поднимем людей, грубо говоря, нам дадут монеты. Но насчет этого не знаю. А, да, кстати. Получается, эта функция просто тпхает на людей, которых нужно поднять. И за счет того, что вы их поднимете, вы получите монеты. А дальше. Автофарм XP. Давайте включим, посмотрим, что будет происходить. Меня куда-то тпхнуло. Не знаю куда. И пока непонятно, идет фарм или нет. Странно. Ладно, давайте выключим. Все, меня обратно тпхнуло на карту. Отлично. Идем дальше. Авторандом map. Это неинтересно. Авториспаун тоже неинтересно. Авто. Не знаю, как правильно читается. Тоже неинтересно. Дальше. Есть бесконечные прыжки. Ну, как я понял, меня убили. А, нет. Как видите, бесконечные прыжки тоже работают. То есть я могу чисто вот так вот в воздухе висеть, нажимая на пробел. Дальше. Ресет характер. Это получается полностью ресетается ваш скин. Ну, то есть убивается. И все. Ну, как по мне, довольно глупая функция. Также вот здесь можно настроить Speed and Jump Power Default. То есть, если мы нажмем... А, это просто типа заглавие. Понял, значит настроить никак нельзя. Окей, также здесь есть SP. Включаем на игроков SP. И Anti-SP какой-то. Тоже давайте включим. Как видите, игроки начали подсвечиваться и... Убийцы тоже начали подсвечиваться. В принципе, логично. И теперь мы можем видеть, какое расстояние остается нам до убийцы. Ну, то есть, когда он к нам подойдет. Студы — это расстояние, если кто не знает. То есть, допустим, вот когда будет там 50 студов, вы уже должны понимать то, что вам нужно побыстрее убегать, потому что вас, возможно, догонят. Давайте я поближе попробую подбежать. Как видите, да, 50 студов, ну, грубо говоря, почти 50, уже нужно убегать, потому что он очень рядом будет с вами. Так, ладно, давайте на объекты какие-то включим SP. Это получается, грубо говоря, двери какие-то, как я понял, защитные, наверное, в которые можно попасть. Так, а я зайти могу в них? Что-то не получается. Ну-ка, а с другой стороны? Тоже не получается. Странно. Ну ладно, ну короче, подсветка, как видите, тоже работает. Давайте убежим пока чуть-чуть подальше. Так, идем дальше. Music. Здесь Rejoin, Server Hop, Full Bricht, Remove Boot Camera, FSP Boost, FPS Boost и Chat Spy. Вот насчет функции чат спай лучше ее не активировать, потому что может быть спам в чат пойдет. И модераторы Роблокса, возможно, вас за это забанят. Так, тихо, тут рядом убийца. Нужно желательно убежать от него.
Все, убежал. Так. А, FPS Boost можете включить, если у вас слабый компьютер. Тихо. Ема, он вылез. Чуть не попался. Так. А, дальше. Remove Bot Camera. Ну, давайте включим, посмотрим, что это такое. Что-то ничего не работает. Ладно. Ну, короче, все, в принципе. Я думаю, все функции в основном показал. А если какие-то не показал, можете сами протестировать. А, вот такой CryoScript для вас сегодня нашел. А, напоминаю то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. А, также не забывайте ставить лайки на видеоролики, подписываться на канал, писать комментарии. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.